Добрый вечер, дорогие друзья. Вообще, как замечательно и отрадно видеть такое количество зрителей, которые пришли слушать прекрасную музыку. И не просто прекрасную музыку, но оперу. Это замечательно. В первую очередь, аплодисменты всем вам, тем, кто пришел сегодня сюда. Меня зовут Алексей Франдетти. Я режиссер сегодняшней программы. Возможно, вы... Спасибо. Возможно... Я же честно текст учил, который сказать надо. Тем не менее, возможно, вы видели спектакли, которые я поставил в опере, «Аперити» и мюзикле. Может быть, вы видели меня по телевизору на телеканале «Культура» в программе «Большой мюзикл». Но сегодня я представляю наш проект «Сказки в Царицыно», который мы сочинили вместе с командой Царицына, фестивалем «Усадьбы Москвы» и уникальным созвездием мировых оперных примадонн и премьеров, знаменитых оркестров и дирижеров и всенародно любимых актеров. Сегодня вас ждут сказки народов мира в опере. Это будет не просто концерт из знаменитых сказочных оперных арий и дуэтов. Мы придумали для вас целое действо. Ну, надо, конечно же, сказать, что замечательный вечер, который вы сегодня проведете одновременно и в опере, и под открытым небом на фоне Большого Царицынского дворца, это часть программы масштабного фестиваля «Усадьбы Москвы». Фестиваль этот проходит уже в третий раз. Афиша фестиваля растянулась на 3 месяца, и до 15 сентября у вас осталось еще множество событий, на которые можно успеть. В списке участников 40 усадеб, среди которых и пышные загородные резиденции царей и вельмож, и более камерные шедевры владельцев попроще. Всего 21 городская и 19 загородных усадеб сделали для вас 2500 событий. Не упускайте шанса, зарегистрируйтесь на события фестиваля «Усадьбы Москвы» на портале Руспас и погружайтесь в усадебные красоты. Ну, нам пора начинать. И напоследок я хочу напомнить, что матушка Екатерина еще на стадии проекта мечтала о том, чтобы в Царицыне давали пышные оперные спектакли, а сам архитектурный ансамбль немного напоминал волшебную сказку. И сегодня мы выполняем ее августейшее пожелание. Мы в Царицыно, в качестве декораций у нас почти сказочный дворец и изумительный пейзажный парк, а на сцене у нас опера и сказка. И сейчас я приглашаю на эту сцену, пожалуй, самого главного человека сегодня. Это дирижер Кристиан Кнап, США. Thank you.
красивая, но опасная вещь. Почему опасная? Спрятавшись за маской, вполне можно навсегда потерять собственное лицо. С зеркалом, кстати, тоже поосторожнее. А с ним-то что не так? Ну, как говорил один мой самый талантливый ученик по фамилии Гофман, это мертвый предмет, построенный на основе физических законов, который хватает живое существо. Зеркало может иногда схватить у человека слишком много и не отдать назад. Я тебя сюда призвал именно с помощью него, кстати. А вы вообще кто, дяденька? Я? Волшебник. А по мне не видно, мог бы не спрашивать. А вот я вам зачем? Вы мне что, спичку сажать будете? А потом съедите? Нет, дружок, это тогда тебе не сюда, а в пряничный домик к ведьме. Она мне троюродной сестрой приходится. Могу дорогу показать, если хочешь. Не-не-не, спасибо. Я лучше здесь побуду. Идти мне все равно некуда. Я сирота, и дома у меня нет. Ну и в печь что-то неохота. Ну вот, а мне как раз ученик нужен, а то помру без наследников-то. От сказки-то за сказки нужно кому-то отвечать. Да, а ведь мне уже 890 лет скоро. Ученики, они, знаешь, разные бывают. Иногда сильно талантливее учителя, а иногда... Что иногда? Вот у Гофмана был верный ученик. Ходил везде за ним, из разных передряг вытаскивал. А потом оказалось, что это вовсе и не ученик был. Это сама муза к поэту в ученики устроилась. А ты знаешь, кстати, кто такая муза? Нет. Училка из музыкалки? Ой, дуралей. Это богиня вдохновения, которая приходит к творцам, когда им нужно создать что-то великое. А зачем надо за сказки отвечать? Они что, сами не могут? И потом, взрослым сказки не нужны. Thank you.
За сказки отвечать. Они что, сами не могут? Да и потом, взрослым сказки не нужны. Это взрослые так думают, а на самом деле очень нужны. Это очень большая глупость и заблуждение. То есть взрослые дураки? Почему сразу дураки? Просто забывчивые, забывают про сказки, когда взрослеют, перестают верить, а зря. А еще в сказках есть очень много волшебных предметов, цветов, зверей. Им хранитель нужен. Если за ними неправильно ухаживать, то вместе с одним волшебным объектом могут исчезнуть сразу несколько сказок. Вот, например, ты видишь вот эту розу? Вижу. Это очень важная роза. Ее дарил влюбленный свинопас спесивой принцессе в сказке моего ученика из Дании Ганса Христиана Андерсена. Ее берег заколдованный принц-чудовище в своем замке, пока его не расколдовала красавица. Эту сказку написал другой мой воспитанник, французский юноша Шарль Перро. И эту же самую розу принес слепой принцессе Иоланте ее рыцарь Вадемон. И только тогда понял, что его избранница совершенно ничего не видит. Вот, кстати, Вадемону на подмогу скачет его верный друг, рыцарь Роберт. С его-то возлюбленной по имени Матильда все в порядке, поэтому и настроение у него хорошее. Взгляд, как молнии ранит, и половину бери.
хорошо, дяденька чародей. А вот если все-все-все волшебные штуки собрать вместе, то какая из них будет волшебнее всех? Волшебная палочка или, может быть, золотая рыбка? Самое волшебное, говоришь? Это вообще будет не штука, не цветок и не рыбка. А что тогда? Любовь. Самая волшебная вещь на свете. Даже самая безнадежная и безответная творит чудеса. Про это, например, Андерсен сочинил свою «Русалочку», а Фридрих де ля Мот Фоке написал свою повесть «Ундина». Эта история была настолько красивая и печальная, что очень много композиторов ею увлеклись и написали свои оперы. Вот у Дворжика русалка пытается уговорить месяц рассказать ее принцу о том, как она его любит и ждет. Спасибо.
красиво. И что, я этому рассказал? Чего говоришь, я глуховат стал еще раз. Ну, красиво. И что, месяц-то ему рассказал? А, рассказал. Но принц оказался глупым. Не узнал он свою возлюбленную и женился на другой. А в чем тогда волшебство? Счастье человеческого русалочки не досталось, но зато досталась бессмертная человеческая душа. Ой, не понимаю эту вашу взрослую любовь-морковь. Ну давайте все-таки у меня колдовать научите. Палочку там дадите или книжку с заклинанием. Ты думаешь, чудеса происходят с помощью волшебных палочек и заклинаний? Ну, да. Тебя, конечно, еще учить и учить. Чудеса, мой юный друг, как правило, происходят сами собой, а настоящие волшебники просто умеют их искать и находить. Это как? Ну, понимаешь, не все взрослые, когда подрастают, забывают про сказки. Некоторые до конца жизни остаются немного детьми. И именно из таких, как правило, и получаются настоящие волшебники, поэты или путешественники, искатели чудес света. Ты помнишь историю про Садко, я тебе рассказывал? А ведь и позже были великие первооткрыватели: Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Васко да Гама. Все они подарили нам новые страны и континенты. А Васко потом даже оперу «Африканка» про свои путешествия написал и влюбленности. Послушай. Oh,
Старый свет узнал про существование Востока и даже наладил связи с Индией, Персией и Китаем. У нас появилось множество новых сказок и волшебных предметов. Лампа Аладдина, например, или башмаки маленького Мука, или ковер-самолет. Таинственные и непонятные страны, такие как Индия, Китай или Персия, подарили нам столько всего, что даже и не перечислить. А ну-ка, примерь-ка, мой юный ученик, вот этот шелковый плащ. Ну-ка. И вот этот тюрбан. О, хорошо тебе идет. А вот теперь еще и веер. Не, это для девчонок. Отнюдь. Ты знаешь, с веерами в Китае и Индии могли ходить самые грозные воины, и никто не смел их назвать девчонками. Знаешь ли ты, мой юный ученик, про кого поет этот индийский принц? Кто такие баядеры или баядерки? Которые на баяне играют или что-то дергают? На каком баяне? Я, конечно, не моя троюродная сестра-ведьма, но вот честно, порой тебя очень хочется запихнуть в печку за твою дремучесть. Баядера, внимание! Это индийская танцовщица в храме. Про одну такую красавицу
Мариус Петипа поставил великий балет. Но там несчастная девушка погибает от руки коварной соперницы. Ну, Восток, как известно, дело тонкое, и это край не только чудес и красот, но и самого изощренного коварства и жестокости. Есть от этого коварства какое-нибудь волшебное средство? Есть. Это настоящая верная дружба. Это тоже в своем роде чудо, не менее могущественное, чем любовь. Про такую дружбу есть даже сказочная опера «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. Там два друга, охотник-рыбак Надир и Зурга, готовы пожертвовать собой ради другого. И это несмотря на то, что любят они одну и ту же девушку. Elle va m'attacher,
А ты знаешь, что у цветов есть свой тайный язык? Каждый цветок имеет свой тайный смысл и секретное послание. Не только роза, про которую ты уже знаешь. Этот язык в наши края очень-очень давно, в средние века, тоже привезли с Востока. Об этом языке, который даже называется селам, написано много стихов. Вот, например, Гарсия Лорка. «На свете тебя только вижу, значение гелиотропа. Любить тебя я не стану, твердят цветочки укропа. Я холод, белая роза. Я робость, ночная фиалка. Жасмин всегда буду верен, гвоздика огня мне не жалко. Гиацинт, любовная горечь. Страдание, боль, страцвет, презрение, цветы бабьих сплетен, а ирис — надежды цвет. Я друг, — говорит тубероза, — я верю в тебя, страцвет. Поет колыбельную жимолость, бессмертник, посмертный свет». Et pour le poids de l'ombre.
Но не только Персия, Турция или Индия подарили чудеса нашей цивилизации. Вот скажи мне, откуда у нас, например, чай? Или фарфор, из которого мы этот чай пьем? А шелк? Даже квашеная капуста, сибирские пельмени и итальянские равиоли пришли именно оттуда. Догадаешься? Или в печку посажу сейчас? Не надо в печку. Про шелк и чай, я, кажется, знаю. Они из Китая? Верно, молодец. У Китая такая древняя история, но мы долго про нее ничего не знали, поскольку в этой стране не очень жаловали иноземцев. Мне уже было лет 300, когда Китай стал чуть более дружелюбным. Его даже стали называть страной улыбок. Но за этими улыбками часто скрывалась грусть, как, например, в оперетте Легара, которая так и называется «Страна улыбок». Wo du dich bist, kann ich nicht sein. So.
Опять все то же самое. Все хотят меня воспитывать. А волшебную палочку не дают. А дали бы, я бы себе сразу все, что надо, наколдовал бы. Глупый ты еще. Я тебя на самом деле обучаю чудесам посильнее любых заклинаний. Никакие зелья или ковры-самолеты ничему не помогут, если не будет смекалки и знаний. В мире много загадок, которые иногда, если не угадаешь, могут лишить тебя жизни. Так расправлялась с нерадивыми женихами красивая и безжалостная китайская принцесса Турандот. И только по-настоящему влюбленный в нее принц Калаф оказался не только дерзким, но и очень сообразительным, и разгадал все три загадки. Вот послушай, Турандот. Еще есть время. Оставьте, принц, намерение свое. Бегите прочь. Свидетелем мне небо. Винят меня в жестокости напрасно. Свою свободу я лишь защищаю. Я не желаю быть ничьей. Хочу, я хана дочь, принцесса Турандот, лишь сохранить то дорогое право, которое в чреве материнском дается всем ничтожнейшим из смертных. Рабынями униженными я вижу вазивших женщин, и за них отмстить хочу тиранам их мужчинам, которые одним лишь превосходством над женщиной кичиться могут силой. Природа мне оружием дала находчивость и гибкий острый ум, чтоб защищать от них свою свободу. Я не хочу их знать, я ненавижу высокомерие, кичливость их. Они на все, что поценней, получше, как на свою добычу смотрят алчно. Что им понравится, то и берут. Мне ум дала и красоту природа. Но почему все ценное должно служить добычею страстей желанной? Ничтожные ж в покое оставляют. И почему добычей одного быть красоте? Она должна свободной
и видимый для всех сиять, как солнце, на утешение и радость всем. Калаф. Великая душа и благородный, высокий ум здесь спорят с красотой. О, кто ж того осудит, кто рискует своею головой, чтоб заслужить награду из наград? Или не вверяет купец, за выгодой гонясь, богатство, корабль, людей и жизнь стихиям диким? Герой, гонясь за призрачную славой, не презирает смерть? Так неужели нам красота должна даваться даром, первейшее и лучшее из благ? Итак, в жестокости не упрекаю я вас, а вы не называйте дерзким меня за то, что пламенной душою к бесценному сокровищу стремлюсь. Ему назначили вы цену сами, достойному, к нему рискуя жизнью, несчастную, это правда, но она все достояние мое. Да если б и тысячу я их имел, я всеми теперь охотно бы рискнул. Stirpi, qui nell'odio.
Но какая бы ни была грозная и жестокая красавица, принцесса Турандот, ты же помнишь, что на свете является главным из чудес? Любовь. Браво. А еще бесстрашие. Вместе они растопят любое ледяное сердце и совершат чудо. Будь здоров, правда. Пойдем, тебе еще учиться и учиться. Приступаем к твоему обучению. Прошу. Учение света, а не учение тьма. А не ученых много. Пойдем.